מדי פעם כשאנחנו עושים פרשת שבוע ואחר כך אנחנו מטיפים ממקום אחר בברית, ממקום אחר מתנך, היום החלטתי להמשיך Иногда, когда мы говорим про на основании недельного чтения, и потом мы переходим к параллельным местам в других местах Писания, сегодня я решил говорить с этой недельной главы. Здесь очень много информации. И здесь места, которые очень связаны с Новым Заветом и с нашей жизнью сегодняшние дни. И как Миша дал нам три урока, я тоже попытаюсь дать три, может быть два, посмотрим, как мы будем продвигаться. И мы еще раз прочитаем эти стихи, которые Ицхак уже прочитал. И здесь написано, что после того, как 17 лет Иаков прожил в земле египетской, он почувствовал, что пришло его время уже умереть. И тогда он призывает Иосифа, и не только просит от него, но также и делает так, что Иосиф клянется ему. И он заставляет Иосифа поклясться, чтобы тот похоронил его в Израиле, а не в Египте. В современном мире очень многим людям абсолютно без разницы, где их похоронят. Я слышал часто, люди говорят, мне абсолютно все равно, что будет после моей смерти. Вы можете меня кремировать, вы можете взять мое тело на медицинские опыты, делайте, что хотите, мне абсолютно все равно. И даже люди пытаются найти места в Писании, почему тело не имеет значения и совершенно почему не важно, где, чтобы тело предали земле. Но вы знаете, в противовес этому, несколько лет назад у нас была женщина в общине Анна, которая жила в Нешере. И она умерла, но до этого умер ее муж. Он не был евреем, и его похоронили не на еврейском кладбище. Но та же Хеврат Кадиша, которая ответственна за погребение, произвела всю церемонию. И я помню, как один религиозный человек во время погребения сказал такое пророчество. Что несмотря на то, что этот человек не является евреем, он получил такую честь быть похороненным в земле Израиля. Поэтому где же здесь правда? Не важно, где меня похоронят, или очень важно вернуться в эту землю. Сегодня вообще многие верующие верят в то, что совершенно не важно, что произойдет с телом после смерти. Потому что есть такое выражение, что мы получим новое тело на небесах. Мы увидимся на небесах, мы там все будем в обновленных телах.
И иногда сюда приезжают гости за границы. И мы говорим: приезжайте еще, мы будем рады вас видеть. И они как бы скептически говорят: ну не знаем, если мы... Нитраэ башамаем. Итергеманахон. Они говорят: не знаем, удастся ли нам увидеться на этой земле, но на небесах увидимся. И откуда приходит это понимание? Что значит «увидимся на небесах»? Потому что Святые Писания намного больше говорят про воскресение мертвых на этой земле. Но в 1 Фессалоникийцам, в 4 главе, перевод такой же, как у тебя. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретении Господу, на воздухе, как и всегда, с Господом будем. Вы знаете это место Писания, да? Кто знает его? Здесь написано про вознесение. И так написано: и таким образом в веки веков будем с Господом. Я могу сказать, что этот текст является аутентичным. Но ударение поставлено в нескольких местах. И вместо того, чтобы сказать «будем вместе с Господом», написано, что мы вовеки будем на небесах, на облаках с Господом. Но мы также читаем другие места в Святых Писаниях, где написано, что после воскресения из мертвых мы будем на этой земле. И в Откровении, в 21 главе написано, что Иоанн видит видение. И он увидит, как новое небо спускается на эту землю и происходит обновление. И то, что написано, что эта земля и дела старые на ней будут сожжены. И понимание другое. Некоторые думают, что эта земля просто как в мартеновских печах будет дотла сожжена. А то, что написано, что злые дела, которые были против Бога, они будут сожжены, и все получит свое обновление. И как понять это, то, что написано, что нас, мы вознесемся с Господом, и во веки веков будем с Ним? Во-первых, это слова Рав Шауля, который был очень образованным человеком. И его голова вмещала огромное количество информации. Часто, когда он писал свои послания, он пророчествовал. И часто он писал толкование на тот или иной текст.
Но часто он цитировал или просто высказывал по-другому те понимания, которые были у его современников. Вы знаете, что такое экскорт? Кто из нас знает слово экскорт? Мы несколько месяцев назад вместе с Женей были в Японии. Я был один в Японии, и меня пригласили в ресторан. Это был очень известный ресторан. Твой папа, вот к девочке обращаясь, мы пригласили меня в ресторан. Мы зашли туда. И до того, как мы зашли в этот ресторан, мы увидели, что очень много людей, очень представительно одеты в белое и черное, и было видно, что ожидают кого-то очень важного. Понятно. И это не были израильтяне, это был кто-то другой. Но это люди стояли и как экскорт и ждали, что очень уважаемый человек сейчас появится. Где-то 80-90 человек были, которые бегали и приготовили вход для другого человека. В древних текстах, который есть у нас 2000 лет тому назад, есть такие выражения, что до того, как Машиах вернется на облаках, и примерно то же самое написано в книге пророка Даниила, когда он в видении видит человека, возвращающегося на облаках на землю. И мы понимаем, что медубар аль Машиах, оба микрешила на И мы понимаем, что говорится про Иешуа, и мы знаем про Машиаха, и мы знаем, что Машиах это Иешуа. И тогда там написано, что когда этот человек возвратится с облака на небо, на землю, то Бог воскресит из мертвых многих праведников. Нахаль, река Самбатион, Мирухака, написано, что он воскресит праведников всех времен, даже от реки, от этой реки, не знаю, где она находится. И он возьмет их в небесный Иерусалим. На небесах, через небо возьмет их в Иерусалим. И они, как экскорт, примут царя Машиаха, который вернется в своей славе. И в этом толковании говорится про вознесение. Но такое вознесение, как трансформация, когда ангел вознес Фому и просто он перевел его из места в место. То есть Бог сделает такой эскорт из праведников для того, чтобы они приняли Машиаха, когда он вернется на землю. Я не хочу слишком вдаваться в подробности.
Но вот то, вся идея того, что мы будем на небесах, это все очень временное. Потому что на самом деле, в конце концов, будет воскресение из мертвых здесь на земле. И для Якова этот вопрос был очень ясным. Поэтому он делает так, что его сын приносит ему клятву. И он говорит, ты должен обязуйся мне, что ты похоронишь меня в Израиле. Но почему именно в Израиле? Почему? Во-первых, есть место в Деяниях, написано, и Шауль тоже говорит в посланиях, что из одной плоти и крови Бог создал весь род человеческий. И Он дал места и время для каждого народа. И здесь мы подходим к еврейскому вопросу. И было очень ясно и понятно нашему праотцу Якову, что это большое предпочтение и для каждого еврея быть похороненным в земле Израиля. И был один Рав Кук, который жил где-то 100 лет назад, то он сказал, что когда еврей живет в земле Израиля, это как хорошее вино, которое и наливается в хорошую чашу. Можно, конечно, это вино из бутылки выпить, но ты не почувствуешь запаха. А когда ты хорошее вино наливаешь в качественный бокал, тогда это хорошее сочетание. Но кроме этого, есть десятки пророчеств в Святых Писаниях, где не просто человек, но сам Бог обещает. И написано, что Бог соберет рассеянных евреев, которые живут в диаспоре, и приведет их в землю отцов. И также написано в псалмах, и есть недостаточно большое количество псалмов, который называется «Песнь восхождения». На другом языке, не на иврите, сложно понять. То есть это песня восхождения, когда люди взошли, поднялись в Иерусалим. И на языке Танаха что Израиль и особенно Иерусалим в духовном плане это самая высокая вершина. И вот мы видим, как Яков говорит Иосифу. Ты сейчас как фараон здесь в Египте. И ты сейчас хочешь укрепить, ты думаешь практическим образом. Но есть духовное значение. И земля Израиля, она для народа Израиля. Возможно, я не объяснил в полноте, но я на таком чувствительном плане дал вам картину, что эта земля принадлежит нам. И, возможно, не так легко здесь прожить. Здесь цены намного выше, чем в Соединенных Штатах или в Германии. И уж точно дороже, чем Египет и Сирия.
Но это наша страна. И Бог избрал ее для нашего народа. Еще есть люди, которые говорят, помните, в Новом Завете написано, когда Иешуа говорил с самаритянкой, и она сказала, как это происходит, что не в этом месте, а вы, иудеи, говорите, там, в Иерусалиме, וישוע פתאום אומר, לא חשוב באיזה מקום אלוהים מחפש משתחווים לו ברוח ובאמת. Самаритянка ему сказала, вы говорите, что в Иерусалиме истинное место поклонения, нам сказали, что здесь, а потом Иешуа ей говорит, что истинные поклонники должны поклоняться Отцу в духе истине. Здесь совершенно не говорится ни о какой стране. Не говорится о ценности земли перед Богом. То, что делает Иешуа, он пророчествует ей, что из-за него что из-за него Бог сделает себе поклонников по всей земле. И будут люди, которые живут в дальней Австралии, и будут поклоняться Господу через Иешуа в духе истины. Но здесь совершенно он не отменяет ценность этой земли. Поэтому первый урок, почему именно в земле Израиля. Второй урок на той же недельной главе. И Миша говорил немножко про этот вопрос. У Якова было 12 сыновей. И вдруг стало 13. Почему он искал это? Есть очень много разных ответов. Но один из ответов — это тот же вопрос. Что пережил Иосиф, когда он жил в земле наших отцов? Кто помнит? Мау! Тяжелое детство. Но в этой земле он человек снов и видений. Он то, что получил, он получил ненависть и отвержение. Помните это. А когда он пришел в Египет, через различные трудности он вдруг пришел к большой власти. И скорее всего, что его еврейская голова сказала ему, я не преуспел в Иерусалиме, а в Лондоне или в Нью-Йорке я очень хорошо преуспею. И здесь, в Каире, я устрою свое царство. И вот мои братья ко мне присоединятся. Поэтому мы создадим такой прекрасный тандем с египтянами. Они будут нам служить, а мы будем величественной кастой. Мы не будем им рассказывать, что мы такие великие. Мы просто будем в своих руках держать всю экономическую систему. Фараон и все его приближенные будут сидеть у власти, как английская королева, а мы просто будем держать кредитные карточки. Здесь написано «Банк Голдман». И все. Но Яков... А Яков видел этот потенциал, и он не знал, как ему переубедить Иосифа. Поэтому в такой чувственный момент,
Когда он был перед смертью, он призывает своего сына и говорит: подойди ко мне, положи на меня свою руку и поклянись мне. И иногда родители просят своих детей поступать так. Например, сын алкоголик. А когда его один из родителей при смерти, ему говорят: положи руку на маму или на папу и поклянись, что ты больше не будешь пить. Просто над умирающим телом своей матери или отца поклянись. Слышали такое, да? Но здесь происходит то же самое. Естественно, Яков, который был пророком и понимал духовные вещи, и он просто отбивает аппетит Иосифа к Египту через эту клятву. И мы знаем, что в конце Иосиф и мы знаем, что в конце своей жизни Иаков, Иосиф заставил своих братьев поклясться, что они не оставят его кости в Египте. Окей? Понятно? Нахон? Я все объяснил. Возможно, есть и другие толкования. Есть, может, другие толкования, но здесь мы видим, что Иаков видит будущее лучше, чем его сын, и поэтому он берет с него это обещание. И здесь я хочу при этой возможности сказать именно молодым людям. Возможно, вы более образованные, чем ваши отцы. Возможно, вы более продвинутые в плане технологий, и вы думаете, что вы видите более широкую картину. Но когда тебе мама или папа говорят что-то со своего опыта, улай зеленахон. Возможно, они тебе говорят: ты не прав, иди в этом направлении. Это то, что мы читаем здесь. Йосеф היה מחזיק בידיים שלו אייפון 18, модель 18. Иосиф в своих руках держал iPhone 18 iPhone. Потому что он был царь Египта. А папа говорит: выброси свой iPhone и возьми Nokia. Потому что ты вернешься в нашу землю. И здесь мы учимся многому. Мы продолжаем. И мы видим, когда Яков благословляет Ефраима и Менаше, он говорит очень странную вещь. Вы будете мне как Шимон и Рувен. Почему именно эти, как эти двое? Не как Зевулон и Нафтали. Почему не как Дан и Иуда? Мы знаем, что Рувен сильно накосячил. Два раза. Один раз он пошел в постель своего отца. Мы не знаем, что там случилось. Но, скорее всего, он переспал со служанкой своего отца. И он получил наказание. Второй раз, когда братья линчевали Иосифа, он мог все это остановить, потому что он был первенцем. Он мог свое сильное слово сказать, но он это не сделал. Поэтому Яков ему это припомнил. И Шимон
Лама Шимон. Почему Шимон? Атем зохрим, кше ансует Дина. Помните, что когда изнасиловали Дину? Шимон в Леви асу никима. Шимон и Леви вырезали полгорода, совершили месть. Еш паршанут. И поэтому есть такое толкование. Ше Леви аса никима ки дааг аль Тохар рухани шел Исраэль. Что Леви и пошел отомстил, потому что он заботился о духовной святости и чистоте Израиля. Вешимун аса никима. А Шимон... Кибишвилу ая пашут пгия, пгия энушит. А Шимон, для него это было как задели его личную гордость, поэтому он пошел отомстил. Вебейнашил Яков. И в глазах Якова бгия энушит барамат бне адам. Вот это человеческая ранимость. Человеческая ранимость. Ветгува эмоционалит. И эмоциональная реакция. Зело рауй. Это не стоит того, недостойно. Ма ломдим мизе. Что мы учим из этого? Шианахну батор бней Элохим. Что мы, דרך Иешуа Машиах, являясь Божьими детьми через Иешуа Машиаха. И об этом много написано в Новом Завете. Им пагубиха тильмад лислоах. Если тебе причинили какую-то боль, ты научись прощать. Кизе тов ютер ме льет нокем. Потому что это лучше, чем отомстить кому-то. Векан анахну ломдим эх Шимон мишалем михир кавед меод. И мы здесь учимся тому, как Шимон платит большую цену. Кипитом шней нехадим офхим льет кмо шней баним. Потому что эти два внука становятся вместо двух сыновей. עכשיו אנחנו ממשיכים ללמוד. И сейчас мы продолжаем учить. ויש פה דברים מאוד מאוד מעניינים. התעייפתם או אני ממשיך? Вы устали или мне продолжить? Нормально? אני ממשיך. Я продолжу. אתם זוכרים, מישה כבר דיבר על זה קצת? Помните, что Миша уже говорил об этом? А Яков усе манипуляция, сам яд ямин аль Ефраим, вяд смоль аль Менаше. Яков делает такую манипуляцию, что он правую руку возлагает на голову Ефрема, а левую на голову Манасе, несмотря на то, что Манасия был первенцем. Берешит 48:19. И в Бытие 48 главе 19 стихе написано. Мы читаем. Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, от него и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». Написано не большой народ. Написано многочисленный, от множества народов. Полнота народов. Полнота народов. Битуй меод меод музар. Очень странное выражение. Мазато мерет мло хагоим. Что значит полнота народов? Мло хагоим еш пируш стандарти. Есть стандартное толкование. Ше зе беатид яво мишу ве медубар аль Йошуа бен Нун. Что в будущем придет кто-то и говорится про Йошуа бен Нун, Шиуая бен Ефраим, который был сыном Ефраима. Шиу итпалел ве яцор шемеш ве шамаем. Атем зухрим безман когда он молился, милхама уацар ад соф никима леойвим. Во время войны, когда Израиль поражал народы, он остановил своей молитвой солнце и до того, как Израиль не одержал победу. Яхоли йотше зе эмет. Возможно, это и есть правда. Ишит ани мистакель аль мло агоим типа шоне. Я лично в полноту народов и верю по-другому. Еш еда. Есть такое понимание. И об этом мы читаем в Танахе. Что на земле, которая принадлежала колену Ефремову, в Самарии, стояла скиния. Помните, что такое скиния? Потом по образу этой скинии царь Соломон построил храм в Иерусалиме. И в этом храме уже был притвор для язычников. То есть полнота народов. Это что-то, что связано с благословением для язычников. Те, которые в тьме,
Из-за Вавилона, из-за всего балагана, который произошел в истории, но через Скинию, который стоит на территории Ефраима, полнота народов придет и благословение для народов. Есть еще одно понимание. Один из имен Машиаха — это Машиах бен Йосеф. Машиах ассовель. Машиах, который страдает. Ишайяху нун гимел 53 медаберет аль Машиах ассовель. И в Исаии 53 главе описывается страдающий Машиах. Невуа меод брура аль Машиах. Это очень ясное пророчество о Машиахе. Бен Йосеф. Бен Совель к ме Йосеф. Это пророчество о Машиахе, сын Иосифе, который страдает так, как страдал Иосиф, до того, как он не занимает высокое место. Но из-за его страдания благословение исходит для народов. Есть еще очень много пониманий, и можно бесконечно рассуждать на эту тему, и я вас призываю, чтобы вы также подумали и изучили эту тему. В Исаии 60 главе 21 стихе написано, что все праведники моего народа вовеки... Нет? Весь народ мой праведный навечно наследует землю. Вепоми дубар аль машум истории. И здесь говорится о чем-то мистическом. Ше Элохим, что Бог бекоах шело, своей силой, ше анахну бихляль ло мавиним эт зе, когда мы совершенно этого не понимаем, олех лацдик кол ам Исраэль, оправдает народ Израиля. Кол ам Исраэль, весь народ Израиля. Эх зе коре, эн ли авана, как это произойдет, я не знаю. Аваль Рав Шауль, но Рав Шауль баегерет эля ромим баперек 11, в Римлянах в 11 главе он говорит о том же самом. И он говорит, что-то очень интересное я хочу показать вам. Здесь это второй раз в Святых Писаниях. Второй раз используют выражение «полнота народов», так же, как это говорится в Ефраиме. Я хочу прочитать это на русском. Римлянам 11:24-25-26. И если ты отсечен от дикой по природе маслины, он говорит это язычникам, и не по природе привился к хорошей маслине, то есть язычники через Иешуа привились к Израилю, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Элиша нафлю и тхабру бехазара. Те, которые упали, они привьются заново. И Павел говорит, и не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе слишком много, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, Шам катув мила мло агоим. Здесь написано это слово «полнота язычников», «полнота народов». Не полное число, а полнота язычников. Полнота народов. Ве пасук аба умер милим каэле. Следующий стих говорит следующее. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Что мы учим здесь? То, что мы говорим об этом, мы верим, что нет спасения без Машиаха Иешуа. Гуэль Мецион. Избавителя от Сиона. Но мы понимаем только небольшое, небольшое место. А когда из-за воскресения Иешуа из мертвых были высвобождены силы с небес, которые спасают весь Израиль не только в будущем, не только сейчас, но и в будущем спасает весь через силу Иешуа.
Но есть также обетование всем народам, что будет полнота народов, так же, как это произошло с Ефраимом. И я вам сейчас дал эти идеи не как Тору Сиона, но чтобы каждый мог молиться и просить у Бога еще больше понимания. Потому что нет ясного объяснения этим местам. Конечно, есть разные группы деноминаций, которые думают, что только так. Но это не так. Потому что Танах более богат. עם ראש ההומניסטי שלנו מנסים להגביר הבנה על תקומת ישוע המשיח, רק בזה לא. И мы нашей человеческой головой пытаемся понять воскресение Иешуа из мертвых в каких-то рамках. Это неправильно. Бог высвободил огромную силу и спас намного больше людей, чем мы только можем себе представить. Это сердце Отца, которое сидит на небесах, который любит, который наказывает, но тоже любит, который наказывает, но хочет, чтобы все пришли к исправлению. И нам нужно молиться за людей и провозглашать благовестие Иешуа. И сказать, что для каждого есть путь. Ты можешь идти по дороге каша, ты можешь пойти трудным путем. И через пройдя различные пути, ты можешь прийти к Богу и сказать, что ты Господь, Отец и Царь всего. И в конце концов, после многих страданий, ты все равно придешь и скажешь, это Иешуа, что ты Господь мой, Царь мой. Потому что так написано, что Иешуа будет сидеть по правую, пока он будет сидеть одесной Отца, пока каждое колено не преклонится перед ним и не скажет, что ты Господь и Царь. Или сегодня тебе нужно принять это решение, сделать выбор и сказать, я не хочу трудный путь. Хочу идти путем заповедей. И в Второзаконии написано, Муше говорит, что Бог пошлет вам пророка, как меня. И тот, кто не последует словам этого пророка, истребится душа его из Израиля. Поэтому даже сегодня ты можешь сказать, мой, я принимаю твоего сына Иешуа как своего Господа и Спасителя. И он заплатил за меня цену. И он Господин моей души. И он может наполнить меня Святым Духом. Помоги мне. И последний урок коротко, потому что говорили уже про это сегодня. Мы видим, что Яков призывает 12 сыновей и говорит, я вам дам пророчество. Короткими словами, пророчество не прекратилось и тогда. Мы видим здесь примеры, различные формы. Ты лев, ты бык, ты осел, ты змей. Это различные формы. Мы каждый, практически каждый из нас слышали пророчество в нашей жизни. И нам не нужно прилепляться к какой-то стигме. Яков умер Леруувен. Когда Яков говорит Рувину, ты вскочил и ты побежал, и ты сделал много балагана. Это не значит, что он на нем поставил крест и сказал, все с тобой закончено. Умер, рацта, кафацта, таволе Элухим,
Он говорит, ты прыгал и скакал, и приди к Богу, и попроси изменения в твою жизнь. Если ты услышал для тебя тяжелые слова, неприятные слова, возможно, это время покаяться и попросить изменения, и попросить прощения, и попросить исправления. Потому что Он властелин над нашими глазами и устами. Вы знаете, что он сказал Муше? Он говорит, кто сотворил уста и язык человека? Кто делает человека косноязычным или тем, который прекрасно разговаривает? Если у тебя есть проблема с пророчеством, это очень хорошо. Тогда ты услышал что-то, что ранит твою гордость. Покайся и попроси изменения. Так, как мы изучаем здесь. На этом я хочу завершить. У нас есть вечеря Господня, и время уже подошло. Я хочу сказать, что хорошо, что мы говорили на эту тему, я хочу помолиться. Давайте мы встанем. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы Дух Святой, который, ты сказал, он похож на меч, который проходит и разделяет нашу душу и дух, который разделяет наши мысли. Я молюсь, Господь, чтобы ты продолжил работать и улучшать нас. Я молюсь, я молюсь не только за этих, которые стоят в этом зале с нами, но также те, которые слышат нас в прямой трансляции. Потому что они неотъемлемая часть нас, и я молюсь о всяком благословении для них. Я молюсь, Адон, что мы увидим больше и больше людей, которые приходят к Элохим Аав в Мишихо Иешуа Машиах. И я молюсь, Господь, чтобы мы увидели многих людей, больше и больше людей, которые приходят к Тебе через Сына Твоего Иешуа. Авину, тиварех отану. Отец наш, благослови нас. Тиварех отану. Благослови нас. Ветода леха вур двареха. Благодарим Тебя за Твое Слово.